Сейчас у меня вопрос к представителю Ирана, господин Рахими. На самом деле, когда начинается связка Москва-Тегеран, все, естественно, говорят о том рекордном количестве санкций, которые были введены в адрес и России, и Ирана. Отсюда возникает вопрос про ваш опыт. Непосредственно Иран, когда столкнулся с теми внешними ограничениями, которые были со стороны Запада, какие действия предпринимались, что конкретно изменялось в законодательстве страны для того, чтобы государство могло полноценно функционировать, несмотря на внешние ограничения, и как в этих условиях удалось сохранить суверенитет? Спасибо вам огромное. Во имя Бога милостивого, милосердного, вначале я хотел бы искренне поздравить народ и правительство Российской Федерации с праздником 9 мая. А также хочу поблагодарить уважаемого господина Медведева, который очень откровенно высказал реальности, которые, к сожалению, существуют в мире. Мы, юристы и адвокаты, мы, конечно же, привержены букве и, так сказать, международных соглашений. И это для нас является очень важным. Но, как его превосходительство отметил, сегодня, конечно же, односторонние действия США, конечно же, снижает применимость международных норм и правил. Но мы ни в коем случае не должны позволить, чтобы этот унилатерализм мог бы победить и уничтожить международное право. Что касается санкций, о которых вы говорили, конечно же, народ Исламской Республики Иран уже больше 40 лет находится под односторонними санкциями Соединенных Штатов Америки. Да, они в некоторых случаях даже не давали нам даже покупать лекарства для наших пациентов и совершали таким образом преступления. Но это факт, который существует. Некоторые страны, как Россия, которая недавно стала находиться под этими санкциями, сейчас понимают, что какие трудности испытал на себе народ Ирана. И где тогда существовал суверенитет права. Даже в санкциях Совета Безопасности там тоже должны, конечно же, быть соблюдены соответствующие требования. И если там страна находится под санкциями, да, со стороны Совета Безопасности, конечно же, лекарства не подпадают под санкции. И уже я не говорю об односторонних и нелегитимных санкциях, которые американцы ввели. Однако Исламская Республика Иран, несмотря на эти давления, которые на себя испытала на последние 40 лет, и, конечно же, мы выстояли, мы проявили стойкость, и мы выработали очень много подходов, поэтому у нас есть очень хороший опыт в этом контексте. И как на министерской встрече утром я сказал, конечно же, необходимо создать стран, которые стали жертвами санкций. Я имею в виду санкционный клуб создать и, соответственно, выработать соответствующие юридические механизмы этого клуба. И этот клуб, конечно же, в рамках суверенитета, закона и международного права, и при сотрудничестве и сплоченности стран-единомышленников начали бы искать, конечно же, решение для противостояния санкциям и двигались бы вместе. И я вам говорил, Исламская Республика Иран в этом контексте имеет очень много хорошего опыта. И те люди, которые приезжали в нашу страну, они видели, несмотря на то, что, конечно же, наш народ очень выстрадал и пострадали от санкций, но тем не менее мы постоянно двигаемся в сторону прогресса. Конечно же, санкции на нас не оказали влияния. Конечно же, наш народ, конечно же, они замучили этими санкциями. Конечно же, мы должны выстоять перед односторонними санкциями Соединенных Штатов, перед этим унилатерализмом.
Уважаемый господин Медведев правильно сказал. Конечно же, надо смело выстоять перед этими односторонними санкциями и нивелировать их последствия. Второе наше предложение после создания санкционного клуба, это, конечно же, это финансовых и экономических правил и законов международных, которые действуют на глобальном уровне. А почему мы должны использовать только доллар? Конечно же, надо исключить доллар как международную валюту. Мы должны и заменить доллар своими национальными валютами. И это абсолютно исполнимо. А с другой стороны, мы, конечно же, можем создать сеть систем передачи финансовых сообщений вместо SWIFT. Поэтому надо предпринимать, конечно же, новые меры с тем, чтобы избежать и избавиться от этих односторонних нелегитимных действий США. И, конечно же, мы можем еще использовать существующие наши потенциальные возможности в правочеловеческом механизме по поводу выдачи тех или иных отчетов о исполнении прав человека в тех или иных странах, а также выработки соответствующих норм и правил для противостояния санкций. Поэтому я считаю, что на международном уровне, конечно же, их показать как серьезные нарушения прав человека вот санкции, и на глобальном уровне осуждать подобные действия. И в качестве последнего подхода, который хотел бы высказать, конечно же, по поводу, так сказать, международного суда ООН в Гаге, а другие компетентные инстанции, конечно же, мне кажется, что санкционный клуб должны подать иск против авторов ввода санкций и потребовать возмещения ущерба. Правильно, господин Медведев сказал, что американцы, конечно же, имеют огромное влияние в этих органах, в этих инстанциях, не позволят. Но, тем не менее, мне кажется, что насколько аргументация наша ясна и убедительна, что они вынуждены тоже голосовать. Вы знаете, да, недавно Исламская Республика Иран возбудил иск против американцев, и мы смогли добиться справедливости, их осудили. Поэтому я думаю, что мы можем использовать данную возможность и по поводу их односторонних действий их победить. Спасибо вам огромное.